И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш доктор Эгман, он же Альберт Вескер, глава Umbrella Tech Incorporated. И сегодня продолжаем Sonic Generations. Продолжаем проходить Ежа. Сегодня мы с вами... Вот не знаю, кого возьмем. Наверное, лучше всего будет взять Блейз, давайте. Потому что здесь, по-моему, у нас Сильвер должен быть с вами. Кстати, наверное, такое единственное из всех, кто был адекватный персонаж. Давайте сегодня дощем. А что нет-то? Сильвер, отдавай мне свой серебряный изумруд. Думаю, будет весело. Начнем же, Соник. Погнали. Почему бы и нет, почему бы и нет. Итак, соперник принимаю. Сильвер зе Хеджхог! Ну иди сюда. Так, понаблюдай за поведением Сильвера. Так. А ну иди сюда. Машины двигаются медленно, прежде чем упасть, следи за ними направлениями, ясно? О, вот это было близко. Мне, походу, надо бить машины. Так, я не совсем понимаю, как мне здесь бить. Сейчас разберемся. Есть. Плохо, Сильвер. Плохо бьешь. Так. Вот тебе, давай, вот так, бью твою задницу летучую. Ясно, я правильно понял. Это он как с Инфинитом. С ним как с Инфинитом. Местная версия Инфинита. Плохо, Сильвер, плохо. Ой, вот это хороший был удар. Так, чтобы отображать этот Сильвер как можно скорее... Эй, иди сюда. Вот тебе! И у меня ни одного колечка. О, спасибо. А ну иди сюда! Вот тебе! Так, аккуратненько. Иди сюда, Сильверуня! Плохо, Сильвер. Ты как Инфинит, уже сражались с подобным. Давай. Вот так.
Я вышибу из тебя весь дух. Давай, ёж. Давай, ёж. Мимо, мимо. Так. Чёрт, меня раздавило. Ладно, подкоплю пока колечки. Вот так! Так, аккуратно. Вот же больный. Так, оу. А ну иди сюда. Так, вот так. Так. Опять свой железный. Так. Черт, не достал его. Ну ладно, бывает. Мимо. Так, подкопим на ускорение. Мимо, Сильверуня. Сильвер, где его заняться сильверовкой? Давай, есть. А, зараза, попал все-таки. Надо было быстрее прыгать. Мой косяк. Мимо. Есть, мы почти добили его. Видите, он уже начал почаще делать такие битвы. Так. Иди сюда. Тут прям слепая зона какая-то, я заметил. Так. Я не понимаю, почему Ёж не ускоряется. Тяжелый босс, не спорю. Я пока без вебки записываю, потому что не хочу пропустить катсцену. Как было с Шадо. Так. Так. Походу, мне нужно будет двигать ежом, когда... Он будет прыгать. Момент. А ну иди сюда. Иди сюда, Сильверо... Сильверовочный стол недоделанный. Так, опять свой паровозик. Не хочет нормально.
Вот тебе. Напросился на добавку, вот тебе и добавка. Так. Я только не знаю, как мне с его метеоритным дождем работать. Вот тебе, жри, ботинок! Так. Уклонился аккуратненько и элегантненько. Опять своего железного зверя делаешь. Вот тебе! Ой-о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 й
Давай. Да. Как мне тут уклониться-то, я не понимаю. Реально тяжелый уровень. Там, скорее всего, нужно ускоряться, но я буквально не знаю, как мне удраться от этого гигантского валуна. Ладно, давайте еще раз, конечно, попробуем снова. Походу, надо его бить раньше, он мне этот балл скинет. Вот тебе, никаких валунов. Только ноги. Сильвер реально суровый противник. Но я его не догоню, я уже это понимаю. А зачем он делает паровозик здесь, я не знаю, ну ладно. Паровозик Сильвер. Интересная концепция. Вот так, паровозик Сильвер. Мимо, паровозик Сильвер. А ну иди сюда, паровозик Сильвер. Вот так. Ой-ой-ой, вот опять. Ну да, здесь нужно ускорение. Вот так вот. Ага, победа! Раздавило или нет? Доглянем. Раздавило! Отлично! Вы получили изумруд хаоса и раздавили Сильвера в летаж. Мне понравился уровень, очень веселый. Наверное, сам такой хороший из всех присутствующих. Копейку. Ах, красота. Думаю, будет весело. Начнем же, Соник. Было весело. Он нас меня убить. Веселый парень. Что поделаешь?
Нет, спасибо. Ну, я по... Ну, может, под конец сегодняшней гоночки еще одну сделаем. Так, а пока давайте с Доппенгангером. Гонка с Доппенгангером. Сразитесь с двойником Соника и, придите к цели раньше него. Принято. Там-там-там-та-да-там-там-там-там. Ау. Там-там-ту-ду-ду-ду-ту-ту-ту. Да, давай. Ау. Здесь я забучусь. Там-там. У меня такое ощущение, будут джойстики слушать. Так, вот он. Так. Ага, он идет моим путем. Я понял, что это за ТНГ. Он идет, в принципе, по такому же пути, как и я. Он идет по такому же пути, в принципе, как и я сам. Разница... Так, отлично. Так. Ой, зараза. Кстати, он тут упал, я заметил. Так. Хорошо пошел, да не так зашло. Ауч. Давайте, уж не жалко. Так, спокойно. Так. То есть, я в нее врезался. Ауч. Больно. Так, отлично, вырвались. Оу. Так. Так. Ауч, это больно. Реально сложно так вот Доппенгангера обойти. Так. Да ладно. А
Ауч, вот это было больно. Да. Так. 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 Я вроде пока его обскакиваю. Есть. Так, неплохо. Да зараза-то какая, давай. Давай. Меня что-то сожрало, что ли? Так. Стараюсь смотреть. Почти. Хороший был, кстати, рывок. Так. Давай. Давай. Теперь меня зажарили. Давай, 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 давай. Есть. Да ладно, прям так чудику-чудику подгадает уже игра. Весело. Есть, но мы победили. С трудом. На дэшку меня устраивает. Допингангер это очень сложно для меня. Я никогда не знаешь, какое место займешь. Минуточку назад. Куда она пойдет? Яга. Вот я и хотел так аккуратненько ее забрать. Так, давайте сразу вот это заберу, чтобы не мелькало. Переключаем. Кризис Сити. Потренируйте свой мозг. Нажимай переключатель, чтобы вовремя добраться до цели. Вот это мне интересно. Давайте. И там написано внизу не парковаться. Что-то переключатели поставили. Нельзя парковать машины. Так, используй переключатель для открывания новых путей. Постарайся самую короткую дорогу в финишу. Так. Вот обидно, что вот эти заразы во мне стрелять постоянно. Но это платформер стандартный. Я не вижу здесь какой-то логики, чтобы там подумать. Так. А вот здесь уже есть что-то интересное. Или вот это не надо включать. А, одна выключает.
а другая дает. Так, вот отлично. Так. Вот страны, конечно, они какие-то. Так. Ага. Так. Так, отлично. Так. Вот добрались. Неплохо. Интересная головоломка, но не... Нет, меня устраивает. Yes, но... Кстати, как писали в одном из шортсов, достойно X уже класса доводить. Есть такое. Это далеко уходит. Ага, вот, забрал. Так, следующее у нас Блейзик. Блейз, усмирение пламени. Вызовите Блейз, чтобы пройти через огонь вовремя добраться до цели. Так, красота. Теперь у нас пирокинез в полном расцвете сил. Пойдемте, что будет? На всякий случай, то мало ли что интересно будет. Я испепелю тебя дотла, Соник! Хотела сказать, но потом она передумала. Так, тут огненная стена, нажмите игры, чтобы вызвать власть, она поможет. Помогла, скинул меня в лаву, спасибо. Так. Так. Отличненько. Эй. Соник решил поплавать в вентиляторе. Интересно. Так. Я стараюсь вовремя нажимать на играх. Так. Спасибо, червячок. Так. Оу-оу-оу-оу, я хотел на птиц запрыгнуть. Не получилось. Ладно. Так. Ой, да. Жизни не напасешься. Так. Да. Ой, да ладно. Хотел туда прыгнуть. Потому что там же прыжки, значит, можно, наверное, прыгнуть. И выше будет. Так. Так.
Да. Так, отлично. Давай, почти добрались. Не страшно, что он помер. Ее способность реально интересная, управление огнем. Но это она, в принципе, работает постоянно, что мне нравится отчасти. Так, ну давайте еще. Так, бай-бау, хе-хе-хе. Так, но я еще не все здесь изучил. Походу, вон та еще тоже ей принадлежит, ее зона. Здесь сложно понять, вот это вот переплетение уровней здесь наиболее сложное. Ну там допинганга, значит, скорее всего, нет. Да. Пушечная кавалькада. Переходите по одной от одной пушки к другой, старайтесь добраться до цели за отведенное время. Это нам знакомо. Это нам знакомо. Там-там-там-та-ра-там-там-там. Так. Так. Ауч. Знакомо, но опасно. Да, начать сначала. А что это? Если сделал носку, здорово будет. Так. Да. Поторопился. Бывает, поторопился. Ну, что поделаешь? Бывают такие ситуации, бывают. Там-тарадам-там-там-там-там-тарадам. Так. Сам виноват. Хотел время поймать, да не получилось. Да, почему бы нет? Там, та-ра-дам. Она меня скинула. Наглая ящерица. Вперед. Ничего не понял. А почему я не могу попасть на ту платформу? Мне же дают буквально возможность туда запрыгнуть. Походу, это отдельный подуровень. Может быть, мне туда и не надо прыгать? Я хочу туда еще попасть, в честь. На эту... забрать время, так сказать. И эта зараза меня скидывает постоянно. Как прямо ящерица попалась. Так. Вот, зараза. Вот, наконец. А, да. Зараза. Зараза такая. Зараза такая. Видели? А не пускает меня чисто? Там можно, наверное, наверх, я так полагаю.
Слушай, интересный подуровень. Блэйс реально, наверное, самый... Если и живописный, то точно по логике... А ну иди сюда, дракон крайдерский. Так. Да. Ауч, лава. Так. Так, неплохо, спаслись. А. Вы заметили? И я помер. Жалко, что точек сохранения нету здесь. Но реально очень интересная головоломка, мне нравится. Так. Да. И вот, и теперь делают самую старую ошибку у нас, да? Так. То есть. Я тебе заберу колечки. Ага. Да ладно тебе. Немножко забрать бы стоит. Ждем. Да! Заразы-то какие! Они будто включаются, когда... Ладно, не буду больше подключать. Я здесь сразу не получу, это ясно уже. Да. Угу. Иди гуляй. Так. Ауч. Больно. Больно. Да ладно! О. Да. Я даже как-то пере... Наверное, скорость надо применить, как вариант. Но это удалось же пройти первый раз. На скорость, реально. В общем, не торопимся, сейчас идем чисто и спокойно. Так. Дайте я заберу свои колечки. Да. Гребаная ящерица. Так. Оу, больно. С
сам виноват, поторопился. О, вот тут сам виноват. Вот иди гуляй. Давай, сбрасывай свою. Ладно, мог и не просить. Так. Кольца надо беречь. Неудивительно, что так много дают в начале. Так. Давай. Пыши жаром. Давай, ты тоже. Ламандра недоделанная. Вот гуляй. Вот, прошел более-менее. Так. Так, да... О, точка сохранения. Так, не знаю, куда это ведет, но я лучше сюда поеду. Так. Так. Вот зараза-то, они прямо целятся в конкретные места. Ясно, эта штука меня зажарит. Так, попробуйте прибить сначала. Так, иди гуляй. Так. Так. Вот, иди гуляй. Вот замучаешься вот с этим подуром. Хотя бы одно колечко бы сохранили, уже хорошо. А, и тут счет в любом случае идет. Так. Я застрял. Ладно, хотя бы точка сохранения у нас есть. Меня это радует. Так. Я птицу прибил. Я не специально птичка. А, тут запасные кольца есть. Это хорошо. Так. Да дайте мне собрать мои колечки, зараза.
Так. Вот тоже иди отдыхай. Есть! И он так близко был забить. Нет, меня устраивает дэшка, спасибо. Оставим это для стримов. Так. Отлично. О, забрали. Так, и последний получается вот та, что под нами, да? Она тоже часть БЛС, я так понимаю. Но там, скорее всего, на скорость имеется в виду. Да, это все еще... Испытание. Ударное приземление. Используйте ударное приземление и вовремя достигните цели, чтобы открыть навык ударное приземление. Так, ну вроде бы Sonic Modern. Здесь ты можешь использовать приземление. Использовать приземление позволяет бить врагов с более далекой дистанции. Вот же он жирный. Так. Так, аккуратненько. Ну да, на приземление тут уже более... О, это было больно. Так. Так. Так, неплохо. Да птица грёбаная! Так. На удивление, Иблис очень любит воздушные шарики. Вы не находите? Так, ясно. Гребаная ящерица. Справились. На бэшку устраивает меня. И давайте окрашивать мир. Угу. В каменюгу. Ты можешь приобрести новый навык в магазине. Беги в магазин навыков. Спасибо. Есть, забрали. Прямо на слове Crazy City. Вы получили картинку. Спасибо. Теперь давайте-ка возьмем обыкновенную. Так, гонка с Допингангером. Сразитесь с двойником Соника.
Ладно, давайте начнем с нее. Не вопрос. Там тарата там 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 тарата там 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 тарата та 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 там там там. Спасибо, птичка. Ауч, больно. Так, есть. Так. О, это было больно. А я неплохо проскользнул бы здесь. Так. Так. Ну я вроде, кстати, бегу неплохо, чем Допингангера. Но он меня догоняет. К счастью, и я не лыком шит. Но я понимаю, что это за карта, я понимаю. Я лишь надеюсь, что мне здесь не придется. Стоп, с каких пор он меня успел обогнать? Он меня обогнал. А как он успел меня обогнать? А, он, наверное, по верхушкам прошелся, так понимаю, да? Так. Вот тут я сам виноват. Ладно, начнем с равной позиции. Извини, иди до тебя сейчас, песик. Как он меня здесь обошел, я... Не погиб... Да, я хотел вот это успеть. Ладно. Давай тогда уж сейчас еще раз помру. Кстати, заметьте, он стоит, ждет. Он ждет. Допингангер-то ждет. Давай. Давай, вот так вот. Так. Вот, неплохо. Так, отлично. А вот и наш допник. Ауч, это было больно. Но я правильно помню зону. Так, надо вот здесь убегать опять же. Да подожди, ты топни! Рано еще бежать-то. Есть. Вот здесь сам виноват. Но практически дошел до финиша. Та-там-там-там. Так.
больно же как. Так. Я вижу его. И сам упал. Ну, по старой доброй традиции, так сказать. Вижу, он у меня опережает. Пусть заберет меня больше бездна. Там-там-там-та-ра-т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 а-
А там есть дно. Благодарю. Порой лучше вот таким вот путем скипнуть. Да. Он не хочет прыгать у меня на этом моменте. Походу вихрь засасывает. Но это Иблис, как объяснил. Да. Объяснить подписчики. Так. Так. Вот почему здесь нет сохранения? Здесь реально очень хорошо сделан ветер. Давай же. Да ты издеваешься, тупой ежик. На какой черт я тогда так ускорялся, если ветер сдувает тебя? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай-давай, есть. Есть. Давай-давай-давай-давай, есть. Я лучше упаду сейчас, потому что у меня есть точка сохранения. Давай. Так, падаем. Он уже подошел слишком близко. Я лучше его скрыть. Я буду падать, пока не поднимемся. Так. Есть, живем. Давай, давай, давай. И вот. Да. Ладно, падаем. А что я еще сделаю? Он меня уже обогнал. Нельзя допускать, чтобы он меня обогнал. Все. Все, меня обогнал, значит, на дно падаем. Давай, Иблис, жри. Потому что если он придет первым,
то нам придется начинать вообще сначала все это дело. Так. Есть, неплохо. Давай, 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 давай. Да. Да. Есть, 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 есть. Да. Нет, спасибо, меня устраивает мой результат. За питгангера здесь замучишься. Привет. Музычка Парадиза забрали. Да. Ну. Сюда, стоп. Серьезно? Их имена тоже? Так, кто знал, колитесь. Я не знал, что такое возможно. Так. Жонглирование мыш финишным... Жонглирование финишным знаком. Не уроните финишный знак на землю и вором доберитесь до цели. Так, вот это не совсем понял. Не уравните финишный знак. Так, это финишный знак. К концу уровня не обороти его. А, мне нужно... То есть это как горячая картошка, но с самим собою. Я надеюсь, что мне хотя бы... Так. Ясно. То есть здесь есть такой своеобразный штраф времени. Но это не критично. Так. Да я вижу. Да. Ой, и блин, опять тут ветерочек свой задувает. Так, а где эта штука? А чё ты ее не сдуваешь? Как бы помог бы. Ну, кстати, вот это вот очень интересный подуровень. Я не припомню такого вообще нигде. Это вообще подстава сейчас была. Та-ра-та-та-та. Вот только не говорите мне, что надо будет сейчас вот здесь скакать, пока это зараза. Да зараза, вы издеваетесь? Так. Дайте пройду. Дайте ежу дорогу. Наконец-то. Опять 25. Да наплевать, что еще плюс 5 секунд. Ты давай двигайся, главное. Почти, давай! Сложный уровень, интересный и...
довольно занимательный. Но меня устраивает бышка, спасибо. Ну это реально интересно. Я такого еще нигде ни разу не видел. Ну-ка. Зайдет она сюда, мне интересно. Да, она зайдет сюда. Она сделает круг. Я ее поймаю в этот момент. Очень некуда. Так, теперь крокодил Гена наш. Вектор, сквозь буру! Позовите Вектора с помощью игрока, чтобы пробраться через проблемные места и вон добраться до цели. Ну давайте. Сожру любые ваши деньги! Подскажите. А, ясно, здесь надо ускориться немного. Ясно. Ты вроде не проблемный. Так. А, ясно. Я понял, в чем его сила. Гениальный способ применения. Так. Так. Почти, почти получилось Вектор у нас. Надо чуть повыше, надо чуть повыше. Там птица. Во. Так, вот это любопытно сейчас. I got this. О. Here I come. Так. У нас есть сохранение, оттуда и продолжим. Let me handle this. Так. Нет-нет! Не страшно. На ушку я сразу не успею. Давай, забери мою жизнь. А, здесь никак получится, да? I got this. Может, сейчас придет тогда к тебе. Так, подожди. То есть куда смотрит, туда и бросает. Здорово он накинул. Так. Так. Сначала разберемся вот с этой скотиной. Я
Ясно. Там была какая-то пушка, но я не совсем понял, куда она меня привела бы. Но она, скорее всего, вот сюда привела бы. Да. Вот очень люблю вот Crazy City за классик Соника. Очень бесячий уровень. Да. Так. Sonic. Так. I got this. Ha. Давай. Меня устраивает дэшка. Ну, здесь, кстати, вектор реально применили по его физическим габаритам. Это мне нравится. То есть к персонажу отнеслись грамотно. Она сейчас круг сделает, и я тут ее поймаю. Так, испытание огненный щит. Используйте огненный щит, чтобы добраться до цели вовремя и открыть навык огненный щит. Вперед. Потом купим эти навычки. Так, разбей этот монитор, и вокруг Соник появится огненный щит. Нажми А, если еще во время прыжка активировать огненным щитом, чтобы совершить налет по воздуху. А с каких пор щит не защищает от огня? Что-то новенькое. Так, ладно. Так. В общем, это способности Блейз, так сказать, своеобразные. Да вы издеваетесь. А там будет есть еще огненный щит? Нет, его больше нет. Да вы издеваетесь. Весело, да? Да. А я могу вверх с ним прыгать? Да. На
наконец-то разобрался. Вот здесь проблемно. Да ладно, я... Так. Сложный уровень. Вот почему-то вот здесь за классического Соника прям вот пройдешь. Реально, может быть, и я теряю сноровку, как вариант, конечно. Но вам не кажется, что вот здесь классик Соника прямо мучает? Прям реально вот издеваются над... Мне не жалко Соника, реально. Как доктор Эггман, мне его совсем не жалко. Просто даже забавно выходит. Да ладно. Ну, хотя бы дают очень много вот этих коробок. Так, есть, прорвался. Нет, спасибо, я устраиваю Ташка. Интересно, забавно. За модерн есть красивые уровни. Тот же самый Сильвер или скоростные. Но вот за классика даются очень необычные механики визуальные, то есть технические. Причем уровень куда-то более разнообразнее. Если по основному Сонику, там только, ну, по модерну. Либо прыжки, либо скорость, либо то и другое вместе взято. То здесь не то, что скорость, ну, хотя она тоже есть. Сколько добавлений необычных механик. Реально, вот сегодня что-то модерн прямо пестрит интересными механиками. Так, не знаю, куда это придет. Сначала дождусь ее прихода. Обычно она круг совершает. Можешь забирать. Так, и осталось колечко у нас последнее. Испытание кольцевая эра. С помощью кольцевой эры соберите необходимое количество колец и добейтесь цели. Но прежде чем мы это сделаем, давайте-ка сейчас с вами сначала купим сигналки, чтобы они сохранились. То замечаю, что есть такая ситуация, когда могут не сохраниться. Так. Ну-ка, привет, дай-ка купим. Не спать, чао. Так, это не купится. Ударное приземление. Вот эта штука стоящая. Возьму, пусть будет. Так, остальное жизни. Вот этот стук на нее покоплю. Жизнь пока не буду тратить. Как, кстати, он не плюет? Вот, нет, реально. Это какой же вестибулярный аппарат должен быть у парня? Наверное, очень мощный вестибулярный аппарат должен быть.
Так. Ну, кстати, это логично, что Сильвер находится именно в этой зоне. В конце концов, они сблизились с новым миром, сколько я знаю. Так, с помощью кольцу R. Ладно, погнали. Откроем эту зону. Полтора часа записываем, видимо, с вами. Так, нажми Y для активации кольцу R и преврати врагов в кольца. Принято. А почему шипы не превращаются в... А, и вон там пусто. Попробую соточку собрать. То есть... Так. Зараза. Так. Так. Птички, налет птиц, налет гарпий. Одну приберегу. Ладно, тут целый налет намечается. Отлично. Зачистил весь уровень. Так. Эй. Джетскин отказал. Не переживайте, сейчас все хорошо. Даже врезаний не надо было делать. Ну, немножко глюкнуло. Но главное, справились и хорошо. Нет, спасибо, меня устраивает. Я уже думал, сейчас подкатится какая-нибудь зараза. Случится, нет, случится. Все хорошо, вот раз. Ух. И, кстати, забавно, мы в прошлый раз с вами новую музыку не слушали. Я специально это не сделал. Думал, может кто-то заметит, может кто-то не заметит. Заметили. А, я думал, заметил. Ага. Забрал. Что ж, погнали. Послушаем. Сначала посмотрим, что у нас здесь вообще есть. Должен был Сильвер, по-моему, я так понимаю, обновиться. Так, ролики классические. Кстати, заметьте, вот, когда вот смотришь ролики, он просто присаживается, вот так вот смотрит, да, у телека. А здесь? А тут он смотрится в картине. Давай сначала с картины начнем. Так. Концепт Art City Escape. Важный оригинальный босс. Заметьте, кстати, мы это, по-моему, смотрели с вами. Мы их смотрели. Да, City Escape было. Да. Вот это все было. О чем я и говорю. То есть бывает, что не сохраняется порой. Так, Stardust Speedway. Классная красота. Так, вот эти мы уже видели с вами. А вот это вот концепт от Stardust... А, нет, было. Было. Так, вот это вот не было. А, нет, вот это было. Это Egg Dragon. Дизайн Соника. Особый арт. Один из ранних набросков дизайна Соника. Мне кажется, не поменялся с тех пор. Только разве что микрофона не было. Особый арт. Разных вариаций Соника. Один из 5 воссоздан в этой игре. Ну, скоростной и первый. Такое ожидание. Хотя, мне кажется, номер 3 тоже хорошо существует. Так, особо один из ранних набросков дизайна Соника.
Так, особый арт. Один из ранних набросков дизайна вашего покорного доктора Эггмана работника здесь. И такой, видите, тут такой особенький внизу, прям там рядом. Такой, о, не сдаешь. Ну, реально нравится. Забавно. Один из ранних набросков дизайна врагов. Слушайте, вот Крабс вот очень хорошо смотрится. Вот этот вот край. Чуть ближе. А дальше сам от меня. Под летучей мышью. Реально, хорошо смотрится. Так, особый арт. Материал, использованный для анимации Sonic CD. Так, здесь, получается, раздобыли. Хорошо. Музычку пока не трогаем. Так, вот Сильвер. Я так и подозревал, что здесь. Да ты издеваешься, что ли? Ой, так и знал, что такая фигня случится. Так, не переживайте, на этот случай я узнал, какие кнопочки здесь работают. Вот. Так, вот. Товарищ Сильвестр Сталлоне. Так, а как тебя вращать? А, вот. Вот так вот. Итак, Йош Сильвер. Йош, пришедший из будущего. Так. Ёжик Сильвер. Сильвер, Йош, пришедший из будущего для предотвращения гибели планеты. Он оптимистичен и полон чувства справедливости. За счет своих психокинетических способностей он может управлять различными предметами при помощи одной силы мысли. Также отлично спит с Тэнгл и Соником время от времени в полкомиксах. Не мог не сказать про это. Все в курсах. Все в курсах, все знают. Блейз, принцесса с другого измерения, ходящая с Олзумруды. Так, классика была. Труд не озвучили, это озвучивали. Классика жанра, товарищи. Так. Так, как нам с такого выйти? Так, это переключение. Так. Какая кнопка из на клавиатуры вырубает все дело? Нет, нет, нет. Нет. Так, 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 так. Сейчас найду ее. Ладно, может не найду. Так. Так, какая же здесь назад считается-то на клаве? Так. А, вот какая-то... Ага. А, вот, нашел. Так. Ну и дайте музычку. Green Hill Zone, оригинал у нас был уже. Вот. Marble Garden Zone. Green Forest. Второй адвенчер. Так, у нас, по-моему, еще парочка было мелодий. Вот. Quick Trip of Paradise. Sonic Revolves. Race to win. Победа в гонке. Это второй ревалс. Хорошо поют, мне нравится. Что ж, давайте вот на этой бодрой музыньке сегодня с вами закончим. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. 13-й эпизод чертова дюжина, как говорится. И реально очень чертово по-дюжински вышло. Но зато насколько хорошо же вышло, посмотрите. Так что, ребят, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Ну а с вами был ваш доктор Эггман Работник. До скорых всем встреч, всем пока, удачи и
Увидимся в 14-м эпизоде.